Уважаемые жители Конаковского округа, от всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым. Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. Еще с детства мы связываем его с волшебством, верой в чудо. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в себе любовь, добро и милосердие. Уходящий год заставил нас по-особому задуматься над словами «единство», «героизм», «сплочение». Сегодня совершаются подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов-прадедов. И эти подвиги совершаются во имя защиты нашего Отечества. В такое непростое время для нашей страны мы, жители Конаковского округа, оказываем поддержку тем, кто находится на передовой. Искренне благодарю каждого жителя за оказанную помощь нашим военным. Особые слова поздравления от всех жителей округа адресую семьям участников специальной военной операции. Желаю всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви. Пусть каждый военнослужащий знает, что дома у него крепкий и надежный тыл, и что все мы ждем его скорейшего возвращения с победой. Дорогие земляки, в эти праздничные дни примите самые теплые пожелания счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех. Выражаю вам огромную признательность и благодарность за каждодневный труд, активное участие в жизни родного округа, за поддержку и понимание. Искренне желаю встретить новый 2024 год в кругу дорогих сердцу людей, в теплой атмосфере и с хорошим настроением. С наступающим вас Новым годом!